Что делает особенной династию спортсменов? Ты тоже в этой жизни постоянно находишься. В стремлении побеждать, в стремлении добиваться что-то. Иногда даже, возможно, кому-то что-то и доказывать. В чем миссия настоящего тренера? Не всегда великий спортсмен становится тренером хорошим. Тренерская задача, в первую очередь, вселить в ребенка интерес к спорту, любовь к спорту. Почему дочери и внук не смогли остаться в стороне от спорта? Я сколько себя помню, все время занимаюсь спортом. У тебя мама тренер, бабушка тренер, дедушка тренер и папа учитель физкультуры еще. Поэтому, ну, хочешь не хочешь, а спорт идти придется. Но мне все очень нравится. Смотрите программу «Профессия по наследству» 31 октября в 19:45 на телеканале «Самара ГИС».